Всем привет, с вами Роман Раскольников, и сегодня я буду играть в игру под названием Forbidden Siren. Итак, сегодня мы будем играть за Широ Мията, и плюс нам надо выполнить второе задание. Широ Мията, кто это такой? Я не помню, кто такой Широ Мията. Бандит? А, нет, это доктор, вот, Широ Мията. Ну, просто бандит, мне он показался первый раз, когда я за него играл, потому что у него плащ белый длинный. Нина. Ой. Ой, а вы, наверное, доктор Мията. Меня зовут Риса. Сестра Мины? Я как раз шла к ней в гости. С ней все в порядке. Где она? Скажите, где она? Близняшки. Так, стоп. Цель миссии — достичь верхнего течения реки с Ризы Онда. Цель — приобрести ноутбук. Цель миссии 2. Я искал еще и Минну. Окей. Идем в больницу. Цель — иди за Рисой. Так, дело в том, что я знаю, как эту миссию пройти. Я очень много возился, и, в общем-то, я нашел способ ее пройти. Но нам надо перепройти одну и другую миссию. А именно... Так. Кен Макину, вот. Блин, а как переиграть? Я вот не могу научиться переигрывать. Так, вот за него мне надо как-то переиграть, а вот как это сделать? Итак, в общем-то, все, я сделал так, чтобы игра мне позволила загружать любую миссию, которую я захочу. Дело в том, что вот это вообще непонятно, что такое, это 1976 год. Таман Ткиучи. Подожди, а как так-то? Неизвестно дней назад, а, X дней назад. Вчера... Вчера, день первый. Ну ладно. Дело в том, что мне пришлось, короче, пройти ту миссию снова на концовку 1. А дальше мне дали, знаете, что... Дальше было прохождение за Акиру. Тоже я быстренько пробежал на концовку 1. Потом еще за Широ, что ли, я играл. Нет, Широ был последний. Я на концовку 1 пробежал быстренько. Нет. Или да? А, ну подождите, нет, Широ это был самый первый, вот за него это мне сейчас и нужно проходить миссию, блин, я тут что-то тупанул. Вот за него прошел, потом я за Акиру прошел, и потом я еще прошел за, блин, не помню, монах-то, Кен Макина, там где нужно было сбежать, и там, короче, его спутницу, которую он где-то постречал, но непонятно где. Так вот, они связаны как-то. Короче, ее похищают, когда он сбегает. Вот, я тоже на концовку один прошел. И мне, короче... Нет, вроде еще какую-то миссию я проходил, блин. Не помню, что именно я уже проходил. Ну, ладно. И мне дали возможность, короче... Загружать миссию. Любую. Так, вот. Сейчас мне надо за Кена Макина. Вот. Так, вот эту миссию я сейчас должен буду проходить. Так, мы, значит, возьмем... Загрузим Кена Макина.
Так, этот этап. В общем-то, я проэкспериментировал, и мне, короче, сказали, для чего это нужно, и, в принципе, я... Проводник, ну, достань. Там же, когда какие-то действия ты выполняешь... Куда все делись? В общем, когда ты какие-то действия выполняешь... Что это? Там пишет, для чего это действие нужно было. И вот сейчас... Мы, конечно, выполним... То есть я почти выполнил то действие. Я поэкспериментировал. Короче, я намочил тряпку, и ее нужно было положить в холодильник. Я так и предположил, что ее нужно было положить в холодильник, потому что, скорее всего, для чего-то это нужно было. Так. Так, меня старушка увидела. Так. Ой, блин... Очень плохо, но ничего не поделаешь. Так, стоп. Знаете, что мы... Мы, в общем, это тоже поднимем, потому что эта концовка, наверное, быстрее будет. Хотя, по идее, там без разницы, куда бежать. Что так, что так. Я не помню пароль, к сожалению, йоу. Но пароль вроде всегда одинаковый. Блин, к сожалению, пока меня кто-то видит, я ничего сделать не смогу. Не-не-не! Блин. Вот, смотрите, в общем, я не могу начать миссию Кои отсюда, потому что... я не выполнил кое-какие действия. Так, эта миссия мне, скорее всего, откроет вот это вот. А. Наоко Михима за второй... На второе прохождение... А, нет, или мы... Нет, мы же прошли это задание. Мы, короче, это по... Нет, это следующее. Короче, не совсем понял, как это работает, но, короче, нам нужно сначала пройти вот эту миссию на вторую, короче. А для того, чтобы пройти эту миссию, нам нужно пройти вот эту вот миссию. Это КП... Ну, короче, ключевой этап это. Там нам надо кое-что сделать. Но, к сожалению, я, блин, тупанул. Я сбежал, а надо было заморозить. Просто меня заметили, я хотел наверх подняться, и они уж не должны были близко к нам подбегать. Ну, то есть подниматься наверх. Но, к сожалению, я подошел слишком близко к этому, как его... К точке, блин, забыл, как я... К триггеру, во. Я слишком близко к триггеру подошел, и, короче, катсцена началась. После которого он, типа, сбежал. Так, ну ладно, будем немножечко аккуратнее играть на этот раз. Хотя, с другой стороны... Они меня не должны так-то. Так, все, она вроде как должна отстать от нас, потому что она вроде как нас потеряла. Так, это мы поднимем. Короче, пароль один и тот же всегда, но я уже не помню, к сожалению, пароля. Ну, ничего не поделаешь. А морозилка сейчас работает. Короче, вот это действие нам поможет пройти следующую миссию вот за Шира. Похоже на концовку 2. Ну да, так и будет. Просто я не знаю, для чего это мы делаем. Так, нас вроде пока что не заметили. Так. Сколько тат? 705. Цифра всегда одна и та же. Значит, пароль всегда один и тот же. Блин, ну почему? Почему он меня...
Тихо. Так. Эй, я запер дверь, ты чё творишь? Вот же... Блин, всё испортил, а? Так, то, что он меня заметил, это не важно. Так, хорошо, дверь запер. Так, эту дверь тоже стоит запереть. Нет, не получилось, к сожалению. Ну ладно. Использовать дека. Так, нам надо перемотать на 705. Просто, к сожалению, я пароль не помню. Помнил бы пароль, мне не нужно было бы перематывать. Нужно просто услышать хотя бы один раз пароль и все. Двадцать двадцать один. Нет, всегда пароль разный. 20-21. Значит, каждый раз пароль меняется. Так, салфетки для лица, поднимаем их. Так, у вас салфетки для лица. Так, меня не заметили. Блин, заметили. Стоп. Блин, сейчас сюда ломиться будут. Так, намочить надо салфетки. Замочить полотенце уже. Приобретено влажное полотенце для лица. И, в общем, его-то нужно было, короче, положить в холодильник. Просто я... Ну, у меня были, как его, сохранения. Самого этого. Эмулятор сам может... Ой, блин. Эмулятор сам может сохраняться, в общем. На 9 позиций... Нет, на 13 позиций. Или 14 позиций. Ну, в общем, не важно. Я, в общем, просто загрузил сохранение, которое у меня было сделано, и исследовал, что же можно положить в холодильник. Решил положить полотенце, и это сработало. Повесить полотенце снаружи? Ну вот, видите, это он... Вот смотрите, это он повесил полотенце снаружи. Положено полотенце для лица внутрь морозилки. Так, и вот. Широ Мията. День 1, 7.00. Цель миссии задания 2 выполнена. Видите? День 1, 7.00. Цель миссии задания 2 выполнена. Так, сейчас нам нужно покинуть это место. Даже сейчас я покажу. Широ Мията. Вот просто хорошо то, что я знал, то, что это Широ. И вот. Широ Мията. 7.00, день 1, и цель задания номер 2. То есть вот это вот действие нам поможет получить какой-то пропуск. Я еще не знаю, для чего это нужно, но... Для чего-то нужно. И как-то это надо использовать. Я даже не знаю, как получить этот пропуск. Потому что я только на первую концовку прошел это задание. Ну, будем искать.
Так, стоп. Так, стоп. Уже поздно. Уже поздно что-то менять. Потому что меня заметили. Так, залазим наверх. Боже мой. Концовка получена. Куцака, где ты? Вот поэтому я не хотел дополнительные вот задания вот выполнять, где ты какой-то предмет подбираешь, и тебе говорят, условия для такого-то задания, там день третий, выполнено. Почему? Я даже не знаю, как, для чего это нужно, а вот сейчас я хотя бы понял, для чего мы вот это сделали действие. Вот я решил вот так вот снимать. Так, теперь нам нужно сохраниться, конечно. Так, выбор этапа. Можно нажать продолжить, но я не хочу, выбор этапа нужен. Так, вот, теперь Широ Мията. День первый. 7.00, так. И это нам как-то поможет выполнить задание второе. Помогите! Нина. Ой. Ой, а вы, наверное, доктор Мията. Меня зовут Риса. Сестра Минны? Я как раз шла к ней в гости. С ней все в порядке. Где она? Скажите, где она? Близняшки. Когда я проходил первую миссию за него, в темноте лазил. А я сливал бензин. Да так, цель приобрести ноутбук. А, ноутбук. Подожди, приобрести ноутбук. Я искал еще и Минну. Окей. Идем в больницу. Так, идти за Рисой, хорошо. Блин, почему? Ты стоп! Вот тебе на. Вот просто ни с того ни с сего меня схватил и все. Значит, я могу либо три удара выдержать ножом, либо два раза, как он меня схватит. Ну что ж, давайте еще раз повторим. Просто почему-то он отказывается бить. Я искал... Так, вот, цель миссии. Приобрести ноутбук. А, подождите, а пропуск? Где-то я пропуск видел. Так, и он меня тоже в ответку ударил. Ну ладно. Так, по идее, ты, наверное, нам будешь мешаться только. Так. Так, меня заметили. Ах ты ж! Как же так? Ну, давай, иди сюда. Вот же, блин. Так. У нас плохи дела. Так, не дать ему стрельнуть. Неважно, сколько раз я его ударю, самое главное, не дать ему стрельнуть в меня.
Блин, он схватил меня опять. Почему-то он не всегда хочет бить. Ну, то есть не хочет иногда бить, когда я нажимаю на кнопку. Не срабатывает, короче, удар. Так. Тут есть старый выпуск местной газеты, но это то же самое же, Кимат. Закрыто и не откроется. Короче, там кто-то есть, короче, вот. Вот он сидит. Так, вот. У него что? А, в руках пистолет и что-то на столе лежит, но, возможно, это не то. Нам нужен ноутбук. Там ноутбука нет, но мне кажется, мне нужно туда идти, потому что это единственное помещение, которое так и не исследовал. Так. Это свинья, копилка. Похоже, что внутри есть совсем немного мелочи. Так, разбить свинью копилку. Так. Открыть морозилку. Я понял. Нам, короче, куском льда надо разбить. Замороженное полотенце для лица в холодильнике. Оно, короче, замороженное, оно жесткое, потому что мы его намочили. То есть мы сейчас этим льдом, короче, ударим по копилке и разобьем. По идее, можно это и оружием сделать, но, скорее всего, он откажется это делать оружием. Так. У вас замороженная салфетка для лица. Смотрите, положить полотенце для лица. Положить замороженное полотенце для лица вовнутрь. Стоп, а мы теперь копилку на него поставим, и оно, короче, растает. Забавно, можно тремя разными способами пройти эту миссию. Ну, то есть двумя способами, короче, впугнуть того мужика. Ну хорошо, мы поставили. Поставить свинью копилку на замороженное полотенце для лица. Свинья копилка была поставлена наверх замороженного полотенца для лица. А, мы его сейчас теперь... Блин, а мы его теперь разбить не можем, ну ладно. Оно, скорее всего, растает. И он, короче, что-то там сделает. А моя задача... Ну, короче, он услышит этот шум. А моя задача, короче, когда он уйдет, забрать ноутбук. Ноутбук где-то здесь лежит, скорее всего. Потому что он сидит в этом кафе, я точно знаю. Я в это кафе не сходил, просто с другой стороны. И именно для этого персонажа это кафе открыто. А вот для Кена Маккина нет. Для Кена не, оно закрыто, а вот для Шира открыто. И это происходит через 2 часа после того, как здесь был Кен. Блин. Что-то ничего не происходит. Так и должно быть? Скорее всего, нет. Скорее всего, нам надо было что-то сделать. Еще. Оно точно тает? А вдруг она сейчас растает? Хотя нет, время достаточно прошло. Ой, меня уже кто-то заметил. Ну ладно, давайте сразимся с тем, кто меня заметил. Надеюсь, у него нет пистолета.
Блин, ничего не происходит. Так, ну-ка. Блин, ничего не происходит. Надо как-то нагреть ее. А мы теперь ничего не сделаем. Надо было разбить ее. Блин, плохо дело. Было прикольно бы. Так, здесь старый телевизор. Старый телевизор. Блин, отстань. Ах ты ж. Вот же, блин. Так, этот есть, этот неизвестно куда смотрит. Он в сторону моря, наверное, смотрит. Молоток, кстати. Но он нам не нужен, наверное. Пока что брать не будем. Так, отлично. Блин. Меня заметил. Так, запереть дверь. Так, тут есть разные газеты и журналы. Все были изданы 27 лет назад. Так, он сейчас ломать будет дверь. Так, на это нет времени сейчас. Вот же, блин, я нашел то, что нужно было. Ах, блин. Так, он в нашу сторону смотрит. Так, на меня сагрился один. Так. Не понял, он куда-то тоже сагрился. Стоп, стоп. Что-то это произошло, что ли, там? Да блин! Так, отлично. Так, вот что нам нужно. Только это не ноутбук.
А чехол значка студента Киона Суда был добавлен в архив. Миссия 2 завершена. Так, конечно же, мы сохранимся. Так, и я еще хочу кое-что попробовать. Нет, нет. Так, в общем-то, я кое-что понял. Вот, Широ Мията. Так, в общем-то, смотрите. Следующий этап стандарт и следующий этап замена. Следующий этап замена это вот. Это именно мы на концовку 2, миссия 2. Если мы проходим на миссию 1, то открывается другая миссия. Так, вот это. Открывается вот этот ролик. Дальше открывается эта миссия. Дальше открывается этот ролик. Дальше открывается эта миссия. И мы упираемся в тупик. Так, стоп. Я просто хочу еще кое-что попробовать. А поэтому нам надо заново начать эту миссию. Да, только я не могу ее начать, к сожалению. Ну ладно, я кое-что сделаю. Другое. Так, вот я начинаю. Так. Можно вот так вот. Миссию начать заново. Так, меня интересует, что будет, если я разобью копилку? Блин, он также согрелся на нас. Да, но при этом нам придется с ним вступить в бой. Блин. Так вот разобьем копилку и сразу назад отходим. Так, он перезаряжается. Так, отлично, и вот так вот просто берем пропуск. Так, ну и еще один вариант я хочу попробовать. Туда можно внутрь зайти, а что если я просто подбегу и в наглую прям схвачу? Он, конечно же, нас заметит. Так, нет времени. Так, дело в том, что он меня заметил один работяга. Так. Давай, ближе подходи. Ближе. Так, отлично. Так, хорошо, он смотрит не в нашу сторону. Так, этот на нас сагрился. Тихо, тихо, тихо. Блин, вот как он. Я хотел его неожиданностью взять. Но по идее мы можем схватить, наверное. Блин, вот плохо дело. Сейчас убьют меня. Вот это все из-за того, что он меня, блин, схватил.
Так, давай-ка мы с тобой сразимся. Отлично. Ну давай быстрее, быстрее подходи. Мне уже серию пора давно завершить. Так, очень хорошо. Он не в нашу сторону смотрит, этот мужик с ружьем. Блин, оба. Да и блин, я же почти... Блин. По идее, мы можем подбежать к нему близко. Да ё-моё. Слишком долго замахивается. Не, ну по идее мы можем туда забежать и его как-то ударить, если у нас... Блин, вот из-за того, что я вхожу в режим прицеливания, он слишком долго, короче... Чего-то ждет. Вот смотрите, вот чего он ждал сейчас? Да блин, ага, значит из ружья, блин, выдержал один выстрел, а... Из пистолета нет. Ага. Так, ну, в общем-то, было доказано, что вот так вот мы пробежать не можем, хотя мы близко к нему подбегаем, он успеет выстрелить один раз, и второй раз быстро, вообще мгновенно прям стреляет. Это для того, чтобы мы вот так вот просто не вбежали и не схватили вот этот пропуск. Но, по крайней мере, мы можем разбить копилку, но, опять-таки, скорее всего, он нас убьет. Поэтому самый правильный вариант это вот заморозить, но, правда, слишком долго ждать приходится. За это время мы можем, короче, очистить всю улицу, залезть на крышу и снять того снайпера с ружьем. Что ж, на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока.